Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушку под названием Imperium Galactic Survival. Вот застрянешь сейчас. А я только, смотри, только недавно заметил то, что на дверках есть маленькие окошки. Нет, а я не давно заметил. Я точнее давно заметил. Вот, в Survival мы играем, и что мы строим? Парящее судно. Пойдем. А где ты есть-то? Вышел, что ли, уже? Да. О, ну вот, смотри, можно зайти отсюда в топливный бак. С краешку. Это такой топливный бак? Да. Сейчас, смотри, вот сюда поставлю Знаешь, что надо? Батарейку мог сделать. РСУ. А вот к РСУ доступ не обязателен. И вот так вот кабину. Летает что-то как-то. А я могу в кабину зайти? О, смотрите, занять, чтобы место пассажира. А, круто. А я головой крутить не могу. Да ладно. Ну. Давай, включай мне энергию, я полечу. Чё включай? Генератор отсутствует. Пассаж. Маневровый отсутствует. Один. Где пассажир один? П, не могу нажать. А, давай вот. Давай, тыкай. Так, ну чё, я тогда вот это закрываю, да? Какой-то еще генератор отсутствует. Подожди, не закрывай. Еще какой-то генератор надо, подожди. Достроил, называется. Ни хрена ты не достроил. Думаю, мы сейчас полетим куда-нибудь. Еще знаешь, что надо? Еще надо этот сделать. О, малый генератор. Нет, это БСИБА. Ящик нужно сделать. Топливный бак, малый топливный бак. Нет Так, а генератора. чё я покушать могу? Ничего не могу. Блин, я, наверное, его не выучил, слышь? Сейчас, прикинь, облом будет, если на этот генератор нужен пятый левел. Дерево технологий. Смал весел. Двигатели, светильник, холодильник, А, вот он. генератор, чё ты? Ёшкин ты хрёшкин. Ой, малый конструктор, а это что такое? Малый конструктор. Устройство Ух, использования. нифига себе кабина есть. Ух, нифига себе кабина. Да, кабин много. Ух ты, автоматическая дверь для корабля. Ракетная установка. Конденсатор, Рельсотрон. рельсотрон. Ладно, я слышу, и не гунди, а. Крупная посадочная опора. Светильник. Компьютер один. Да ты ж, блин, я его сейчас год буду строить. Двигатель бронированный. Круто. А что такое ховер? А, ховер это этот. Плазменная турель. Какие-то еще два устройства управления, ядро реактора. А, ну тут все то же самое. Вот какой-то. Что такое сборочный модуль? Верфь. Тыковочный узел. Так, это я построил. Генератор. Блин, металлические компоненты 10. Что это такое? Блин, седьмой левел надо, а я только шестой. Ты там ни хреново, наверное, да, сейчас прокачался в левеле? С какого? Ну ты целый корабль построил. И чё? Я только устанавливаю эти свиндиш плюшки, а они просто как блоки установочные. Да, то бишь они-то помало дают. Да, я даже не смотрел, сколько дает экспы за установку этого говна. Вылезь, я батарейки возьму, заправлю наш генератор. Давай, бери. Только давай быстро, в темпе, в темпе. Все, забрал. У меня там инженерные мысли. Пойду еще в водичку. А хотя водички-то у нас достаточно, да? Какой-то конденсатор еще нужен. Что это такое-то? Где этот конденсатор? Ух ты, 33 воды. Ну ладно. Тоже заправим.
Ресурсов, блин, мало. Надо, короче, нам... Ну вот, сейчас вайсикл построим, будем ездить, собирать ресурсы. Знаешь, что еще надо? Еще один бур построить, вылези. Сейчас, момент. Да вылези, я воду положу и закрою обратно. Буквально чуток, подожди, устройство управления две штуки. Так, заряд время инструмента, заряд ВН. ВН это что у нас такое? ВН это что? Ну это явно не бур, да? Не знаю, что такое ВН. Нет, заряд бура, он по-другому учится, заряд бура. Топливный элемент, ага, я все вынул. Значит, заряд бура. А тебе левел нужен, да? Далеко тебе еще качаться, да? И выравниватель, монтажный инструмент, вот бур. До автоматического буру далеко? Да. Ой, а что они так по много делают? Ну и ладно. Будет у нас на этом. Ну-ка давай, выпрыгни оттуда. Сейчас, погодь. Слышь, блондин в красном трико. Да погодь. Так, я себе 7 зарядов взял. А ты себе тогда все остальное возьми. Я там бург себе, кстати, тоже делается. Через 3 секунды солнце сядет. О, тыква выросла. Тыква сколько у нас она добавляет? 59. Слышь, даже лучше, чем дуриян. Да? Угу. Ну, хорошо, у нас ее много. Так, вот ты меня опять сбил, я уж все, я аж не помню, что это надо. Что там надо было? Генератор, да? Ага. Кушай. Вот, строится генератор. Слышь, он ее не кушает, ее готовить надо. Вот ты олень. Ну и ладно, она, в принципе, тут быстро готовится. Печеная тыква. А столько ее устанавливают? А, печеная тыква? Нет, 60. А, это срок годности был на ней. Это полуфабрикат. Ну, печеная тыква сколько устанавливает? 60. Ну, столько же, сколько и дуриен. Так дуриен сырым жрать можно. Ну, меня не напрягает, быстренько приготовилось. Да он издевается, какой же это нахрен генератор, куда его в собачу-то? Большой, да? Да это адская дура. Может, я не тот построил? Ну-ка. То? Генератор, да, на ПСУ ставится. Ну пойдем я тогда расширю, давай, говори, куда расширять, я расширю. На МСУ и ПСУ, да он в принципе так-то он один на один. А, ну может он там уменьшится? На корабле? Да, на корабле поменьше. О, давай знаешь, куда я его поставлю? На топливный бак. Поставь. Прям один в один, вот так вот идет, прям на топливный бак. Давай. Вот он. Все, полетели. А, стой, подожди, батареек-то нету. Воу. Вот это я взлетел. Так, батарейки, 15 штук. Надо еще батарейки. Мало 15 штук батареек-то. Давай, мне еще надо... А, пойду маневровые двигатели поставлю. А их как, по краям ставить, да? Да, у меня... Блин, вот... а у нас прометевых гранул вообще нету. Два маневровых двигателя. Слышь? А прометевые гранулы из чего делаются? Слышь, а что-то нету прометевых гранул. А, вот они. Из прометевая руда. А прометевая руда на этой планете есть? Да, прометий, 6 штук. Надо прометий искать, слышь, у нас прометевых гранул нет. Мы иначе вообще без электричества останемся. Еще чутка и все, и нам кранты. А все, они кончились, слышь? У нас 10 батареек всего. 25. Да прекрати ты гундеть-то, я не могу этот маневровый двигатель поставить, они ставятся либо вверх, либо вниз, по краям не ставятся. Я не знаю, как будем разворачиваться с этой херней. Я их, короче, спереди ставлю, будем тормозить. Ну, поставь сзади. Они на края не вертятся, они либо смотрят либо вверх, либо вниз, либо назад, либо вперед.
почему-то в края их сделать нельзя. А если бы это у меня был перед... Че, вот здесь вот их ставить? Вот, можешь поставить. Один маневровый двигатель туда? Ну да. Могу. Вот, видишь, сзади поставился. Че ты? Все, давай, поехали. Ты рехнулся, что ли? Чего? Поехали. Давай, я залез. Не едет. Почему? Использование энергии 0%. Энергия осталась. Ну, батарейки не подложили. Пассажир. Ускорение, высота. Гравитация. Я, стой, без меня не улетай. Хе-хе-хе-хе, полетели. Ой, да, смотри, крутится. А над водой можешь летать? Ёшкин, матрёшкин. В, нажми, чтоб это... Я в камень. А, ты тормозить-то не можешь? Я не могу. Ну, надо спереди еще один поставить. Надо еще спереди поставить и по бокам поставить, чтобы ты тормозить мог. По бокам я не поставлю их. Почему? Так, а если я сейчас из него выскочу сразу? Нет, он дальше поедет. А как мне-то тормознуть-то его? Заглушить. А как? Ну, питание выключить. Где? Занято каким-то давай, хрен. Давай. С горы. Где питание? Нету? Вот двигатель парения вырубил. Ну чё, давай, два двигателя. Спереди еще. Давай спереди еще не поставлю. Не, подожди, а как ты будешь тогда рулить в разные стороны? Не знаю. Не ставит? Вот, ставит. Давай, Роба. А фонарик не будешь для него делать? Может, попозже. Давай. Или? Да. Вот, теперь хотя бы назад сдает. Может, действительно, если я поставлю это... Ну ладно, пойдем. Нам... Ой, у меня кислород кончается. А почему кислород кончается, слышь? Я шлем, наверное, надел. Нет, не одел. У меня шлем выкал. Кислород 78. Давай я просто по бокам поставлю, может проканает. Еще два движка сделаю. Ну и ты просто сможешь стревиться. Ну да, а мне это и надо. Давай, отключай. Зачем? Я вот сейчас просто из него вылезу. Ну да, и он энергию тратит. Да, гудит. Хе, прикольно, у нас корабль есть. Корабль, как это, табуретка летающая. Да ладно, классно. Еще два мотора надо сделать. А что ты вон прожектор построй? Сейчас. Чтобы они лишнюю энергию жрали? Ну и пускай. Зато нам надо искать этот... как он называется-то? Прометий. Надо тогда еще один маневровый движок. Зачем? Ну, чтобы он помощнее летал, а не так медленно. А там просто мощнее поставить можешь? Могу, стандартный двигатель. Металлические компоненты и проводка. Я пока дурьянчику похаваю. Кстати, как кислородные баллоны... Ой, твою же ж. Кислородные баллоны использовать. А, вот так. Окей. Ой, а я сейчас это... скопычусь. Там есть что пожрать? Неа. Мясо возьми с холодильника, блин, дебил. Почему? Вот тыква. Тыкву готовить надо. Ну, сейчас приготовлю. Фигли, что она тут пропадает-то? А что-то у меня не показано, как ты дверь открываешь.
И что тут готовить-то? Где этот тыквенный пирог? Рататуй? Нет, тыква, прям там долька такая нарисованная. Долька? Дулечка, да, дулька. Печеная тыква? Да. Раз, два, три. Раз, два, блин, сколько мне их? Восемь. Прометий. Прометевая руда. Нам прометевая руда надо просто срочно позарез. У нас батареек нету. Давай, жрун. Иди, давай, собирай все остальное. Все, что осталось. У меня тут крафтится. Два двигателя и два прожектора. Два-то зачем прожектора? Один. Один. И прям вот так вот сюда вот клепанешь спереди. И будет вообще все пучком. А я на него могу прожекторы поставить? Лампушки. Блин, не хватило. Электроники 6. Так, а вот это зачем? Давай поставим туда где-нибудь. Блин, нам нужно с ручником кремний искать. Но у нас основной материал это кремний, медь и это железо. О, хе-хе, фонарик походный. Так я тебе могу? Могу забрать. Классно. Да, переносной прожектор. Вообще классно. Ой, что-то ушко зачесалось. Да? Что за переносной прожектор? Да, вот этот, который на пол ставится. Ну и поставь его на входе. Да чё, чтобы он энергию хавал. Ну ты чё там? Пока строится этот тыквенный у меня этот. Обед. Так, а я тогда две лампочки построю. А нельзя эти лампочки ставить. Маячок можно поставить. Два маячка сделал. По бокам были по нём, чтобы от нашего этого отражалось что-нибудь хотя бы. И синим цветом ты покрасим их. Вон это как вот, там на кухне тыква одна, съешь ее. Зачем? Ну а то у меня уже битком пузо. У меня тоже. Ну ладно, сожру. Все, у меня еще два двигателя. Блин, я не знаю, как их повернуть. Ладно, вот здесь вот их сзади поставлю. Да? Ну. Если что, они... Ой, это перец, зараза, твою мать. Ладно, один тут поставлю. Ой, это я фонарь поставил, слышь. Это в натуре, это фонарь. Ну ломай, иди ставь опять фонарь. Ну ломай ты его. Я и не смогу построить фонарь, у меня он не выучен. Два двигателя я вот тут сзади поставлю. Погоди, какие два двигателя? А по бокам? Зараза, ну не крутится он вообще ни в какую. Не будет он управлять этими движками влево-вправо? В чем будет? Нет. Вот здесь вот их ставить, да? Да. Как крылышки, или вот здесь сверху прям? Вот здесь вот, прям на нем. А ты вот что, прям вот здесь вот не можешь вот здесь поставить? Где? Ну, прям вот здесь вот, вот где я. Вот, смотри. Ну, прям где ты стоял. Да. Могу. Ну вот и ставь сбоку, чтоб он сбоку. Сейчас, может, я найду крутилку. Нет, если вверх смотрит, не крутится. Если в сторону... Во-во-во! Как? Во, я его повернул. Как крутить-то? Я тоже буду крутить. Чё-то там я пейджапами, пейдж-даунами хреначил.
Давайте я посвечу, что ли. А, я не могу тут поставить. Он закроет этот топливный бак. Нет, это. Надо его перепарковать. Там трава, что ли, мешает? Ну, давай в бок сделай. Вот, смотри. Да, но в обратную сторону не оттормаживает. Ну все, глуши. Глуши, сейчас в дом врежешься. Да хорош пылить, глуши. Да тебе легко сказать. Глуши. Вот. Так, вот здесь у нас топливный бак, да? Ну, можно будет с другой стороны зайти в него, да? Ну. Тогда еще попробуем прям на него поставить. О, ставится. Вот. Вот. Все, полетели. Прожектор ты будешь менять? Зачем? Ну, надо, чтобы поднос его поставить, а то он светит неправильно. Ну, сломай его. Я ресурсы выложу в эту шнягу. Steel plate, metal компоненты, glass plate. А почему по-английски? Не знаю. Готово, давай строй. Так, а это что у нас? О, кислородный баллон большой. Не, большой кислородный баллон не хавает. Ладно, тогда его сюда положим. Чтоб мне ячейку биотоплива. На биотопливе же не плавает наш этот корабль. Че, его прям над двигателем, что ли, ставить? Ну да. Прям вот на носу прям. Во. Все, полетели. Это, а только зайди вот в него, не взлетай, а включи вот эти боковые огни. Давай, залезай в него. Что ты делаешь? Залезай в него. Бур заряжал. Но. Ну давай, взлети. Чтоб он загорелся, все. А, не, во, работают боковые огоньки. Еле прям светят. Ну, что это такое? Ну, ладно. Стой. О, давай, погнали. Хе-хе-хе. А куда? Куда-нибудь, давай вон туда, да. Да, давай туда. А он не утонет? Ну, не знаю, заехай, попробуй чутка. Давай, знаешь, где чутка заеду? А тут все равно как один сидит, тут тоже глубоко. Ну давай, заезжай, чё ты? Вот, еду. Ве. Да, нормально. А чё ты тыкнул? Ве. Давай только по лесу не езжай. Нет, там мы были, там у нас металл. Надо куда-нибудь еще в другую сторону идти, да, вот туда. Вот давай прямо еще чуть проверить. Вот, да, видишь, вот это пархерабина такая. Сейчас мы прямо на нее заберемся. Нам нужно, потому что, знаешь что, Прометий. Нам и олово надо, и железо надо. Чё-то он как-то не особо едет-то. Блядь, построили машину, да? Жук на нас еще нападает. А попробуй там shift, пробел. Нету у меня ничего, ни шифта пока, ни пробела. О, бачком, смотри. О, смотри, новый... Во, Прометий, Прометий, где Прометий? Вон он, давай, рули на Прометий. Мы залезем потом обратно? Залезем. Также бачком. Надо просто двигатели помощнее поставить. А у тебя боковые мощнее, что ли, стоят? Нет, такие же. А как тогда бачком? Не знаю, бачком почему-то лезет. Может, просто центр тяжести другой? А, кстати, может быть, да. Да ладно, я не думал, что разработчики прям такие умные.
Ну все, давай глуши тут, дальше добежим 300 метров. Да ты рехнулся. Ну все-таки лучше, чем ты вот так вот херней страдаешь. Да я походу застрял. А нет, вот. Потому что вот в эту высокую ты точно не заберешься. Ой, смотри, еще одно озеро. Да, что-то не лезет. Смотри, смотри, там впереди база какая-то. Ой, в натуре. Полетели? Нет, пойдем Прометей соберем. Я вылез. Будь аккуратней. Да, всего-то бежать-то, блин. Так, где у нас бур? Вот он. Прометей, Прометей. 100%. О, смотри, вон можно даже определить, сколько там еще ора осталось. Так, 50, 40, 30, 20. Вот он где-то вот здесь внизу. Ты где? Угу. Вот этот серый, серый это и есть Прометей. Нет. А ни хрена себе, он 11 метров в глубину. Далеко укапывался. Вот он. О-о-о-о-о. О, вот он синий. Вообще красота его видно. Давай, давай, копаем нам его, дыхни. Дыхни еще нам его надо. Ты б его это собирал, чтобы он не пропал? Он не пропадет. Точно? Точно. Тебе какой левел там нужен? 14. Да ты гонишь. Ой, 12. Да ладно. Да, 12. Ты посмотрел? Да. Седьмой. 12. А, точно, это для станка нового. Ну все, полетели. Почему? Ой, смотри, корабль на карте показан. Ты прокачал? Седьмой? Нет. А ты что, хочешь, чтобы я тут до седьмого прокачал? Да. Офиганите, сколько мне копать-то надо. Здесь сделал нам новые буры и все, и потом уже будем ловить. По-моему, он кончается уже. Не, по-моему, Прометея мало не будет. Его просто, по-моему, тут до жопы. Самый редкий ресурс на каком-то там ураниум. Фиганиум. На какой-нибудь сверхрадиоактивной, токсичной планете. Да пофиг, у нас скафандры. Вы не можете здесь копать. Почему? А, на тебя, наверное, попал. Тогда бы сказали, вы не можете его копать. Ну чё, ты какой там левел? Да все такой же. А почему? Потому что пока не получал левел. Ну ты шестой или пятый вообще? А. Дерево технологии. Шестой. А сколько еще? Не показано, не растет же тут. Да просто, блин, в инвентарь зайди. Просто в инвентаре, там, под твоими ногами. А, чутка. 90%. Тебе осталось?
Нет, у меня уже 90%. 91%. Ну, сейчас еще одну батарейку заведу. Тогда нормально. Итак, да, блин, готово. Можно, да, действительно, будет вторую буру сделать. Почему-то я иногда по одной экспе получаю. Так, а если их собирать? Дают за сбор? Не, не дают. Просто говорит, прометь его руду, собрал и все. Не копай тогда, да, я буду копать. А ты ходи собирай, а я быстренько сейчас прокачаюсь. Слышь? Я тоже хочу. Что ж ты тугой такой? Тоже хочу качаться. Ладно, давай. Его не видно, он синий на синем валяется. Нормально. Просто бегай ты везде, дави и все. Вот седьмой. Все, пойдем отсюда. Что значит пойдем? Собери и промети. А у тебя его сколько, кстати? У меня там уже 213. И у меня 220. Так, ничего не упустили? Мы отсюда вылезем? Ну, я думаю, да. Вон туда, в край сейчас. Все, хорош. Где наш корабль? Ух ты, а смотри, а сверху-то круто. Ну да, так. А вот это у тебя тоже здесь на текстурах? Полагала, да. Мы так интенсивно там выкапывались. Надо еще, знаешь, что я думаю? Чего? Как-нибудь лапки на него поставить. Хотя лапки на него не поставятся никакие, на это парящее судно. Почему поставятся? Ну, и это можно, знаешь, что, наверное, маневровые движочки сделать еще вниз. Чтобы я мог на нем как бы взлетать. Немножко. Точно, 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 точно. Хотя бы не взлетать, а так ты гонца подпрыгивать. Я вон хочу посмотреть, что там за база. Прям сейчас? Ну не прямо сейчас, нет, сейчас уже надо серию заканчивать. Ладно, давай прям тогда тут, ой, прям тут тогда закончим. А потом уже тогда в следующей серии долетим до базы и посмотрим. Нет, отнесем сначала ресурсы. Ну да. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Продолжение следующей серии. Пока-пока.